трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. За несколько дней до вступления поправок в закон об ОСАГО о приоритете ремонта над денежной выплатой, это произойдет 28 апреля, ответственные стороны спохватились. Они не продумали порядок урегулирования убытка при наличии у автовладельцев нового и старого полисов автогражданки. Центробанк считает, что одного нового документа достаточно. Российский союз автостраховщиков в этом сомневается. Ведомства должны дать ответ в ближайшее время. Трасса 101. Снова поднят вопрос о том, чтобы оснастить автомобильные регистрационные знаки электронными чипами. Маскировать такой номер бесполезно, система все равно его распознает. По словам представителя Росдормониторинга, в первую очередь такие знаки должны стать обязательными для большегрузов, чтобы их владельцы не могли уходить от штрафов за перевес и неоплаченный проезд по федеральным трассам. Трасса 101. В России продолжает уменьшаться число компаний, занимающихся автострахованием. За прошлый год их количество снизилось со 165 до 126. К концу 2017-го, говорят эксперты, их будет около сотни. Это неплохо, уверяют специалисты. С рынка уходят те, кто работает недобросовестно. В результате качество предоставляемых автомобилистам страховых услуг в других фирмах должно повыситься. Трасса 101. Национальный автомобильный союз попросил внести в ПДД новшество. Речь идет о том, чтобы выделенные полосы были доступны для обычного транспорта с 9 вечера до 6 утра. Авторы инициативы уверены, что это значительно разгрузит дороги, в первую очередь, столичных городов, где по ночам поток машин, конечно, убывает, но общественного транспорта нет вообще. В мае компания Audi начнет продажи нового поколения кроссовера Q5. Начальная стоимость автомобиля составит 2 миллиона 980 тысяч рублей. Желающим приобрести топовую версию придется заплатить минимум 3 миллиона 115 тысяч. Машина получила немало доработок и опций, в том числе адаптивную пневматическую подвеску, LED-оптику, модернизированную информационно-развлекательную систему. Двигатель во всех комплектациях предусмотрен один – двухлитровый TFCI мощностью 249 лошадиных сил. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.